कृत अनुपटित ध्यात आद्रितवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मं जानति विश्वद्रोहो अपि। वो व्यक्ति विश्वद्रोह क्यों नहीं किया हो, उन्होंने देवद्रोह क्यों नहीं किया हो, अगर कहीं ये भागवत कथा हो, अगर एक बार अनुमोदन करते भागवत कथा बहुत अच्छी बात, इतनी मात्र से ही वो व्यक्ति भगवत गति को प्राप्त करता है, इतने महिमा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की। इसलिए कथा को पापी से पापी भी सुन सकता है। Второй день Бхагавад Саттахи, Пажапада Таштарга Сами Махарадж, Вриндаван, Радхана Гаудиамат. Будда говорит, что вчера мы слышали о том, что Дундукари был очень греховен, получил тело привидения, и он получил затем освобождение, послушав Бхагавад. Он не мог получить освобождение никакими другими способами. И поэтому Гурудев говорит, приводит пример, что ну, во славу того, что Шримад Бхагават Катха обладает непревзойденным могуществом перед остальными процессами. И почему? Потому что Шримад Бхагаватам о Кришне. И Шукадев Госвами, он был даже Брахмагьяни. Он уже был на стадии Брахмабуддхавас, он уже был освобожден душой с самого рождения. Но он привлекся описанием дел Господа. Также Нарада попросил благословения. Он сказал, что попросил Кришну, чтобы тот сделал так, если человек слушает Харикатху, он никогда не уставал снова и снова, желал слушать, получал это благо. नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णे तिवर्णय Пропада Свами Патам говорит, Кришна, эти два слога, я не знаю, сколько нектара содержится в них. Но когда я слушаю эти два слога Кришна, то я хочу, чтобы я имел миллионы ушей. И когда я повторяю имя Кришны, то когда оно входит, появляется ко мне на языке, я чувствую огромную сладость, и я начинаю ругать Творца Брахму, который дал только один язык. И когда Святой Имя проявляется в сердце, наполняет все тело огромной анандой. Также он молится о том, чтобы иметь 10 тысяч ушей. И Кришна Такур поясняет, это не то, что все тело покрыто 10 тысячами ушами, а одно из значений, что сила слушания 10, увеличивается 10 тысяч раз. А второе значение в том, что одновременно Бхагавата может проводиться в разных местах. И поэтому он молится о том, чтобы иметь возможность одновременно слушать Бхагавад-катху повсюду. Дума Сидас также говорит о славе Бхагавата. Thank you.
Он всегда говорит: «О, я устал слушать». Снова, как бы, снова и снова одно и то же. Госвами говорит. Говорит, человек просто не сознает оттенков фраз, которые содержатся в катхе. Гануман принимает разные формы, чтобы слышать катху во всех местах. Поэтому наибольший, самый хороший слушатель Рамкатхи — это Хануманджи. Там, где организуется Рамакатха, то обязательно приходит Хануман. Итак, тоже слушает Хари Катху. И грешник может слушать Катху, и человек, обладающий знанием, также может слушать Катху. Кришнач Катхапур говорит тогда: он говорит, эти уши как кунды, и их не нужно отдавать куда угодно, потому что через Бхагават Катху человек обретает Самбандха Гьяна. Поэтому не нужно слушать все подряд, нужно слушать очень только чистого источника, только от Вайшнава. Например, взбивая молочный океан, появился и нектар, и яд. Бхагавата Катхана такша. И яд придет, и нектар придет. Если преданный, если Вайшнав рассказывает Шримад Бхагаватам, то это нектар. А если Карми или Кьяни рассказывает, то это кажется, что это Бхагават Катха, но это яд. Падмапуране говорится. Так же, как человек, если принимает молоко, его здоровье становится хорошим, и он чувствует сытость. Но если то же самое молоко, его коснулась змея, то оно становится ядом. Человек пьет, и он получает отравление. То же самое с Бхагават Катхой. Если Вайшнав рассказывает, то это нектар. Если не Вайшнав, то это яд под видом нектара. И становится причиной смерти. Кришна Дас Госвами, читая Чаритамрита, говорит: Кришна Дас Госвами Патри говорит, что катху нужно слышать от Вайшнава. Те, кто находится в линии читания Махапрабху. Существует четыре вайшнавские сампрадаи. Но Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что нужно слышать Бхагаватам именно от того, кто в линии Шри Чайтанья Махапрабху. Почему? Потому что когда человек сможет охладиться полностью всеми расами Бхагаватам. Чтобы слушать Бхагаватам, поэтому нужно быть в Анугате под руководством преданных Шри Чайтанья Махапрабху. О чем же Шримад Бхагаватам? Братья Бхагаван, Шнаяс. Бхагаватам,
कृष्ण की कथा है। कृष्ण कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो कृष्ण है वो सारे अवतारी अवतार। कौन है कृष्ण? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो इस्तोचनिक всех अवतार। कृष्ण चंद्र है, बोले उनको भक्ति करनी चाहिए। Как нужно совершать бхакти Кришначандру? Так как копи это делают. То есть, ну, это Никурдов объясняет в шлоку Раджитана Ясдхаму Вриндавана. Копи, они самые высшие преданные Господа, самые лучшие преданные Господа. Потому что даже сам Никола молится о пылице стоп. इसलिए यद्यपि उपासना बहुत तरह से है, उनको दास्य रस में भी उपासना होती है, सख्य रस में भी, वात्सल्य रस में भी। कृष्ण मोस्ट поклоняться в дасе, сакья расе, ватсалья расе. Но шикар расе он тоже самое высшее. जिसको उद्धव जी पंच मोह से उन्होंने ब्रज गोपियों की महिमा उद्धव он представляет Раджагопи. कि ये किसका सिद्धांत है? श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं ये श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि का ये सिद्धांत है। कहते भैया उसी सिद्धांत को भी आदर करो और कहीं आदर मत करो। Для нас такой подход Шримад-Бхагава, там абсолютная истина, доказательство, непровержимая, чистая Пурана, Кришна, наше поклонение во Врадже, с Гопи. И эту истину мы принимаем как абсолютную и не принимаем других истин. Когда Шукадева Госвами начинает рассказывать про Кришну Махараджу Бхагаватам, он начинает с Мангалачарана, первых три шлока. Если вы начинаете какое-то дело, то нужно вспомнить о Гуру Деве, о Вайшнавах, Такурже. Если человек так поступает перед началом дела, то это дело увенчается успехом. Поэтому Шукадев Госвами произносит Мангалачараном наш Гошлу, Райна Госвами Махарадж. Когда были Джармаштами, Радхаштами, он пел Мангалгиту. Гурудев всегда пел Мангалгиту в начале программы. कहीं भी अगर ये भजन बोला जाए ना, ठाकुर जी बांके भी आज रह ही नहीं सकते, उनको वहाँ भाग भाग करके उनको जाना पड़ेगा वहाँ पर। Потому что этот баджан настолько силен, что Банки Бихари он не сможет устоять. Он прибегает туда. Почему? Потому что в этом баджане заключена Бхава Шримати Радхарани. Джаганнат, он принимает тот чатр, на котором написано Мангалагита, принимает гирлянду, на которой также выбиты выбитки Гиты Говинда, Мангалачарана, с ним в том числе. В Пури однажды Девидаси, они собирали баклажаны и пели Гиту Говинду. Тогда Джаганнат, он выбежал из храма и побежал на звук этой песни. Порвав свою одежду, поцарапав тело, когда он пришел обратно, он встал на алтарь опять, и на следующее утро Пуджари увидел, что одежда Джаганатха, он пришел в храм и увидел, что одежда Джаганатхи, она потрепанная, и тело поцарапано. Они начали разбираться, но тогда Джаганат встал, пришел во сне к Пуджари и рассказал, что я побежал на звук Гиты Говинды, поэтому я поцарапался. मैं तो वहीं पर भागते भागते जाता हूँ, कोई चिंता मत करो, मैं बड़े поэтому если तब से जगन्नाथ पुरी के राजा ने भजन क्या बोले खबर था तो कृष्ण भजन को जहाँ पर गाया जाए в том месте где поет भजन पर गाया जाए जहाँ श्री ठाकुर जी हो, क्योंकि नहीं तो ठाकुर जी को भागना पड़ता है, वो स्थान छोड़ना पड़ता है। इसलिए वो संस्कृत का श्लोक है, मैं दो लाइन ही गाता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे इसको दोहराना। बोले जय जय देव
हरे जय जय देव हरे Thank you.
दस्य जतोन्नयानकरतस्य स्वार्थी स्वविघ्न स्वराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सुरयो तेजो परिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकोपम् सत्यं परम धीमहि। गति प्रथम श्लोक में वो ध्यान करते हैं, बार नमस्कार करते हैं। Так, первый श्लोक श्रीमद् भागवतम Шукадеврасвами предлагает свои поклоны. Первая шлока, она очень важна. Буквально первая шлока. В одной шлоке содержится весь Шримад Бхагаватам, по сути. Но в этой шлоке говорится, Сатьям Парам Тимохи несет абсолютную истину, но не называется конкретное имя. Я предлагаю поклоны Парамасати. Но кто это Парамасати? Те, кто поклоняются Деви, говорит, Парамасати — это Деви, те, кто поклоняются Шанкаре, говорит, что это Шанкара, а те, кто поклоняются Ганеше, говорят, что это Ганеш, Парамасати. Так каждый дает свою рекомендацию. Говорит, что это шлока, предлагает поклоны их и что Деву. Валабха Сампрадая, они говорят, и вайшнавы также говорят, а Валабха Сампрадая говорят, что они, что эта шлока посвящена Банке Бихари. Она говорит, что Сатьям Парам Тимохи, медитируя на абсолютную истину. Так Кришна появился в Ачиве Девике, 33 миллиона полубогов, они все пришли и стали совершать гарбастути, возносить молитвы Кришне. В этой шлоке говорит Сатьям, Сатьям, они обращаются к Кришне, кстати, Сатья, то есть к истине. Сатьям, Сатьям. Все, что кроме него является Асатьям или не является истиной. И неважно, кому поклоняешься всю жизнь, когда человек умирает, они говорят, Рамнам Сатьяхэ, только святое имя Господа, Кришна и истина. Рам Гапал, это является истиной, а все остальное является ложью. इसलिए यहाँ पर ऊपर आ जाए, इसलिए सत्य बोल करके केवल भगवान कृष्ण को ही यहाँ पर सत्य कहते हैं, हैं? इसलिए जो पहला जो श्लोक है जन्मादस्य जतः так первое что это жадма дасья это по его желанию создание поддержания уничтожения вселенной совершает Господь Брама творит Шанкар уничтожает Кришна поддерживает все это с указанием Шри Кришны. И дальше говорится прямым или косвенным образом. Все это по желанию Кришны. Так, прежде всего, непосредственно Кришна сказал Гопал мантру Господу Браме, тот передал Нараде. И Господь Брама, медитируя на эту мантру, он создал Вселенную. Так, Брахма-джи-ва-самаста-джян, Брахма-джи-ва-бхагаван-прадан-кар-дэн,
Я нам парам кукер там. Он является абсолютным знанием также. Но его майя настолько сильная, что она покрывает мы даже великих мудрецов народа Муни. Господь Брама был сбит с толку. Индра был сбит с толку. Индра пытался смыть Враж, но ничего не получилось. Тогда Кришна поднял на левом мизинце деревяшку Вардхан и защитил всех Раджаваси. Однажды Кришна сидел со своими женами в Двараке, и тогда народ пришел с цветком Париджата, и он дал его Кришне и сказал: «Кришна, подари этот цветок той своей супруге, которую ты любишь больше всего». И Кришна подумал: «А, Кришна, опять народ пришел, проблемы создает». Потому что Кришна говорит: «Я, когда с Сатибамой, например, я говорю: «О, Сатибама, ты самая прекрасная, самая лучшая». А когда я с Рукмини, то я говорю: «Рукмини, ты моя самая любимая». А теперь все царицы одновременно вместе здесь. Кому же цветок подарить? Рукмини рядом сидела, и Кришна передала ей цветок. Тогда Сатибама, она же частичка Шримати Радхарани, в ней есть Вами Бхава, есть способность это проявлять ман, и она разозлилась. В очень гневном состоянии она ушла из этого собрания. Тогда Кришна и Кришна пришел успокаивать ее, а она отбросила его руки. Говорит: «Кришна, ты наедине ты меня прославляешь, а при всех опозорил меня, подарил цветок Рукмини». А тот говорит: «Ну ничего страшного, я подарил цветок Рукмини, для тебя я целое дерево Париджат принесу». А та говорит: «Ты даже мне цветок не смог подарить, как мне можешь принести целое дерево Париджата?» «Я принесу». Когда Кришна пришел в рай в Индре и просит париджаток, а Индра отвечает: «Ну, слава сварги только в том, что у нас есть париджата, поэтому я не отдам тебе». Тогда Кришна решил силой забрать это дерево. И все 33 миллиона полубогов тогда появились, и под предводительством Индры начали воевать с Кришной. А Кришна просто забрал дерево, вырвал его, сел на Гаруду, прилетел в Двараку, посадил это в саду Сатьябамы. Тогда Сатьябама объявила всем: «О, объявляется церемония. Церемония пришествия дерева Париджата в мой сад. Все приглашаются, чтобы показать всем, что Кришна любит ее больше всех». В этой истории Господь Индра был сбит с толку, он напал на Кришну. Это Курдева говорит, что майя настолько сильная, что она может помыть рассудок кого угодно. बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले क्या इसमें केवल कृष्ण को ही स्तुति की ना और किसकी? बोले नहीं, केवल कृष्ण को उन्होंने स्तुति नहीं की, बोले राधा रानी को उन्होंने वंदना की। बोले कारण क्या? बोले कारण है प्रथमं तो गुरु पूज्य। कहते ना गुरु गोविंद दो खड़ी का के लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं। सबसे पहले गुरु जी के चरण की पूजा करनी चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है? बलिए प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया। इसलिए राधा रानी की ये प्रिय सुख है, इसलिए पहले तो राधा जी के चरण की वंदना करेगी ना। आप शब्द हैं
Итак, Парасатям Химахи. На самом деле, это указывает, первый шлок указывает нашей Матери Радхарани. Шукадева Госвами. Потому что Гуру Шукадева Госвами, это же Матери Радхарани. Поэтому первый шлок, он значит, ну, сносит ей поклоны. Шна Шукадеву говорит. Говорит, это источник всех. Шьяма рас — источник всех рас, Матери Радхарани — источник всего. ये семь океанов. Также все кавы есть в Шримати Радхарани. Океан рас. Она источник всех рас. Когда появляется рас? Кришна очень красив. Но Кришна, когда он красив, когда он перед Шримати Радхарани, перед Гопи, особенно когда Радхарани является гнев, ман. Когда Кришна на Пуланаек, а Радхарани смотри на Патрика, когда нас полностью контролирует Кришна, когда Кришна полностью покорен, вот тогда он самый прекрасный. Поэтому Шри Матери Радхарани говорит, что на самом деле говорят. Эк апи бахушьям, пэнэ во эк и тэ. Хочет проявлять свою виллу, там он принимает две формы. Раньше он был один. Итак, его имя Чайтанья. Почему? Потому что он изначально Чайтанья, изначальное сознание. Это шлоки об этом говорится. Чайтаннарха прагадамадхуна таддвоям чайкамаптам Радха бхавадити субалитам науми Кришна сварупам. Так, с философской точки зрения, Радха и Кришна — они одно целое. Но чтобы являть свои лилы, они принимают две формы. Так, Кришна — Бахир Гаурам. Махапрабху. Это Кришна, который взял на себя настроение за тело Шримати Радхарани. И также в первой шлоке Бхагавата говорится Адикавае, что Господь передал знания изначальному поэту. Кто такой Адикавае? Говорит, что это Господь Брахма, кто изначальный творец. На самом деле, это шлока посвящена Шичтане Махапрабху, вся первая шлока, а Адикаве здесь, Рупа Госвами. Итак, эта первая шлока имеет разные значения. Она может относиться к Кришне, она может относиться к Радхе Кришне. Не только к Радхе Кришне, просто к Шримати Радхарани. Или к Чайтанье Махапрабху. В наших храмах на алтаре Радха Кришна и Чайтанья Махапрабху всегда вместе на одном алтаре, поэтому для нас первая шлока Шримад Бхагавата посвящена им, этим трем личностям, Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Шри, Шри Радха и Кришна. Ачарта Шри Радха и Кришна.
इसमें ये प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे किसी बात को जब हम तीन बार बोल देते हैं ना, एकदम पक्की हो जाती है. Так, если что-то три раза повторяется, то это значит, ну, как бы это подчеркивается, это делается упор, это является очень важным. Но... Вторая штука, дарма прожит такого отра. Если дхарма описывается где-то, и описан дхарма, то это Бхагавата. Потому что Ведавьяса он написал все веды, но не чувствовал удовлетворения, потому что он не писал о лилах Кришны. И когда он написал Шримад Бхагавата, тогда он обрел покой и умиротворение. Поэтому настоящая дхарма, она написана в Бхагавате, «Проджи такайта ватра». Дхамма, артхама, мокша, они не описаны в Бхагавате, на самом деле. Это на самом деле бхакти, даже не об освобождении, на самом деле мокша — это... Высшее лицемерие. Значит, я хочу слиться с Господом. Пока я здесь в материальном мире, я страдаю, но я растворюсь, промаджуси. Все страдания выйдут. Но девоти, но преданные, думают по-другому. Я хочу служить себе, совершать твою бхакти, все, что я хочу. Я даже согласен быть растением, животным. Поэтому говорится, что в Шримад Бхагаватам нету лицемерной дхармы. Это о настоящей дхарме. Это о парама дхарме. Вастава дхарма. Третья атра. Сагра Варуда — это атра. ग्रंथ की महिमा को कह रहे हैं जैसे विनोद जी मंदिर में भागवत कथा हो रही है. मानो अभी हम घर में बैठे हुए हैं. Атра — это значит, это указывает на в этой книге, в этой книге, в этой книге, именно в этой книге, именно в этой книге, именно в этой книге. Если в моем мире такая сильная ичха будет, мне кота слушать не жаунги, не то жаунга, не то кой говорит, бери ту кота слушать чели жа. Мне в доме кота. Бабушка настолько совершенна, что если хотя бы это желание появится, слушать Бхагаватам, даже человек не попал еще на Бхагаватам, он придет в Бхагаватам. Или кто-то скажет: «О, сестра, иди послушай Бхагаватам, я ухожу, позабочусь дома, домашние дела сделаю». Если человек прославит Бхагаватам или расскажет кому-то о Бхагаватам, то он обретает благо огромное. Господь приходит, но если кто-то приходит по-настоящему и слушает, по-настоящему слушает Бхагаватам, то ее славу этого человека нельзя писать словами. Но кто слушает Бхагавану Шушрушабхи? Тот, кто только огромное число жизни совершал благочестивые поступки, только он это может сделать. Но может даже человек греховен. Если у него это благочестие, если укрытие, то он может просто приходить заработать его, слушая Бхагавату. Третье шлока Бхагавата дает нам благословение. Пивата Бхагаватам Расамалаям Мохура Расита Бхуви Бхабука. Мы не Бхагавата Катха не слушаем, мы На самом деле мы не слушаем Бхагавату, мы сидим под покалпой риши. Все, что мы не попросим Бхагавату, оно все нам это даст.
शिकार करते करते बड़ी दूर तक चला गया और प्यास के मारे भूख के मारे उसका छाती फट रहा था। इतने में पता नहीं था कि ये वृक्ष कल्पक वृक्ष, उसने वो वृक्षों के नीचे बैठ गया। बैठ करके सोच रहा है अगर मैं राजमहल में होता तो रानी कितने सुंदर जूस और कितने सुंदर शरबत पिलाती। उसको पता नहीं था कि कल्पक वृक्ष इच्छा करते ही स्वर्ग से बड़ी सुंदर सुंदर अप्सरा बड़ी सुंदर सुंदर जूस लेकर के आए महाराज की ओर। Бхагаватам как древо желания выполняет любую мысль. Так же, как человек попал, царь был в джунглях, уже устал, и он сел под дерево и подумал, это было деревом желания, подумал, вот если бы сейчас моя жена царевна принесла мне сок, прекрасная апсара с небес появилась и подала ему прекрасный напиток, затем подумал, вот хорошо бы отдохнуть, появилась красивая кровать. Но потом он подумал, что вот, а вдруг он вот услышал, как ревет лев, и подумал, что он может съесть меня. И когда он подумал, то лев съел его. Поэтому все, что вы пожелаете, Бхагавата даст. В Падмапуране говорится, что те, кто если как Бхагаватам слышит искренне, то Бхагаватам помнит любое желание этого человека. Бхагаватам такой, то есть оно позволит выполнить плохое желание, то есть лев придет и съест кого-нибудь. Нет, оно как мать, оно выполняет только те желания, которые полезны человеку. Бхагават как мать, она никогда не починит зла ребенку. Так же, как Друва Махарадж, он совершал бхакти. विषय के नदीव सौ चरणामृत दिया विषय बुलाए गौ। भगवान कहते हैं मैं तो विज्ञा मैं तो पंडित हूँ ना, गणपति कहा मूर्ख जीव है वो हमें विषय तो मांग रहा है Друва совершал, хотел царство. Господь говорит, он глупый, чтобы просить царство, но я дам ему, я уничтожу это желание материальное и дам ему Кришне, дам ему бхакти. Поэтому Бхагаватам даст нам все, что мы хотим. Но кто-то предупреждает, не просите ничего мелкого Бхагавата. Если вы просите денег, то он даст денег. Если здоровое тело, оно даст тело. Далее. Он говорит, не просите материальных вещей. Просите духовного блага, потому что Бхагаватам даст нам все. Вот, например, был бедный Брама, у него была корова. Он поклонялся в кубер. И так как кувер был доволен, он просил благословения. Ты можешь ждать, а тот появился перед ним. И тот говорит, что просить, что хочешь. А человек говорит, дай мне немного сена для моего осла. Тот говорит, глупец, попроси у меня несметного сокровища, а ты просишь много травы для своей коровы. Прошу прощения, коровы не осла.
Поэтому если человек просит маленьких вещей, то как Бхагавата его обманет, он даст ему эти плохие, те незначительные вещи. Но если человек просит Такур же самого Такур же, чтобы обрести, то да, он получит. Потому что обретя Господа, человек обретает все. लेकिन ये कल्प वृक्ष में ये भागवत क्या है बोले गलितम फलम। गलितम फलम का मतलब होता है फल दो तरह के, एक तो फल होता है जो पेड़ में स्वयं पक जाए, और दूसरे तरह का फल होता है पकने से पहले तोड़ करके कार्बाइड देकर उसको पका लो। दोनों में कौन सा फल मीठा लगेगा? गलितम फलम। बताओ कौन सा फल मीठा जाता है? Вот который сам созрел на... Есть разные, да, фрукты. Один на дереве созрел, другой в газовой камере. Бхагаватам он сам созрел. Он сам созрел на древе вет, и его попробовал лучше попугай Шукадев. Поэтому, когда попугай коснулся своим клювом, этот плод, он упал. И наши комментаторы говорят, что этот плод, он был самой высшей ветки, и только Шукадев Госвами мог дотянуться до него. Ни Гьяни, ни Карми никто не смог. Почему? Потому что Шукадев Госвами, он пришел в нашу гуру парампаре. Господь дал Браме, Браму, Нараде, вот, и так далее по парампаре. Поэтому это по-настоящему сладится Нектаром Бхагавата, потому что тут парампаре находится. Потому что если он... Если просто плод падает с высокой ветки, то он разбивается, его нельзя есть. А если его аккуратно передать по парампаре, от одного к другому вниз, то он достигает до нас в том виде, в котором он был на ветке, на самой высокой ветке. И по сути он даже еще больше сладости держит, потому что его коснулся, его попробовал Брама, затем Нарада, затем Вьясадев, Нарада, Вьясадев, Шукадев Госвами. И Шукадев Госвами произнес его, поэтому столько сладости Бхагавата. Почему? Потому что Шукадев Госвами необычная личность. Он любимый попугайчик Шримати Радхарани. Это попугайчик Шримати Радхарани, очень дорогой попугайчик Шримати Радхарани. Если обычный человек будет рассказывать Харикатху, то будет сладко. Но если Маджари будет рассказывать Харикатху Бхагаватам, то это будет иметь столько различных оттенков сладости. И поэтому, когда Шукадев Госвами произнес Бхагавата, это было необычайно сладко. Есть особенность попугаев. Они не будут есть незрелый плод. Они будут есть только очень спелый сладкий плод. Поэтому Бхагаватам он очень, как бы, говорит о том, что он созрел. И поэтому есть такая примета, если какой-то плод попробовал попугай, значит, плод самый сладкий. Дальше говорится, пиво там, поэтому говорится, просто пей этот плод. Ты говоришь, это плод, это фрукт, как его пить? फल को खाते हैं ना, फल खाते हो, बोलो जोर से, बोलो जोर, फल को खाते हैं ना, फल को पीते हैं, फल को खाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते पी बता, इसको पियो, बोले ये ऐसे के फल है ना जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका नहीं, इसलिए जिसमें केवल रस ही रस, जिसमें इसलिए क्या करो उसको पियो, लेकिन जब कोई चीज पीते हैं ни кожи, ни семечки, просто одна раса. И как мы пьем, обычно пьем ртом, но как мы должны пить Шримад Бхагавата? Если
कानों से पियो, बोले भैया कानों से पीना और मुंह से पीने का क्या फर्क है? Чем же разница? Мы же кое бы чиги ап пиёна в шане или в том, если. Рассекта у кое чиги пиёвы, он никогда не. Если вы что-то ртом потребляете, то пиёвым это выйдет из организма. Но если вы пьете ушами, то он остается у вас в сердце. Поэтому нужно. Если да. Ушами. निकल जाती है क्योंकि हमारी अंदर में काम क्रोध लोभ मोह इसलिए सब निकल जाती है। बोले क्या करनी चाहिए? बोले मोह रहो, ये कथा को नित्य निरंतर पीते रहोगे ना И у нас очень много всяких дырочек, из которой нектар может выливаться в сердце. Жадность, зависть, разделение и так далее. Поэтому говорится постоянно, постоянно пей. Постоянно пей нектар, во-первых. А во-вторых, оставайся в среде, в которой ты не будешь, у тебя не будет вытекать это изнутри. Ты не будешь это расходовать. Буддха говорит, допустим, у вас есть глиняный горшок, и он дырявый. Как наполнить его водой, чтобы вода там всегда оставалась? Нужно поместить его в воду, погрузить. Он будет сам в воде, и вода будет в нем. Поэтому... ये भागवत कथा को नित्य पान करो, अगर नित्य पान करते रहेंगे ना И поэтому, находясь в саду Санги, непрерывно слушайте Шримад Бхагаватам, да, вы обретете благо. Так же, как мы сейчас находимся на катхе, у всех у нас есть анардхи, жадность, зависть, вожделение. Но в момент мы же не чувствуем проявления. Почему? Потому что мы полностью погружены в слышание Харикатхи. Но когда мы выходим из Бхагавад-сутрахи, все эти враги, жадность, зависть, вожделение, они все проявляются в сердце. Поэтому Шри Госвами говорит, непрерывно пей этот нектар. Но кто это может делать? Два вида людей. Расик, Рукуи, Павук. Шанкар говорит, кто может. Шанкар говорит, кто может создать этим нектар? Только тот, у кого есть с собой милость Кришны, непосредственная милость Кришны. Только тот человек может слушать, наслаждаться этой расой. И где слушать эту катху? В Гове. На этой земле. Особенно в Вриндаван Кхане. В разных местах звучит катха, поэтому Вриндаван, как бы, Дхама Вриндаван так духовный обитель, а если еще вне Бхагаватам слышит этот человек, как бы твое неблаго больше получает. Кришна ки адхарам вритахи ра се.
Это Кришна Адхарамрита. Кто может наслаждаться этой Адхарамритой по-настоящему? Только Враджа-гопи. Никто не может наслаждаться этим. Да? Нектаром уст Кришны Адхарамриты. Как Враджа-гопи. Иногда в Раджа-гопи они ругают флейт и говорят: «О, мы гопи, это наше право наслаждаться нектаром губ Кришны, потому что он с той же касты, как той же касты пастухов». Но эта флейта, она клавишатна. Воруют. В следующей жизни я могу молиться флейтой, потому что Кришна тут губам ее приложит, то за поясом носит. Постоянно флейта с ним. Поэтому это Кришна сам поклоняется этой флейте, как царю. И так же, как царь, он спит на очень роскошной постели. Флейта спит на руках у Кришны, на пальчиках. И он передвигает пальчиками, как массажирует флейту. Ресницами, когда Кришна моргает, как будто он омахивает эту флейту апахалом. И главное, вот, она касается губ Кришны, как на подушку, как на подушке лежит. Поэтому гопи говорят: «О, подруги, пойдемте к Пурнамасе, давайте спросим у нее, какие аскезы совершала эта флейта, чтобы в этой жизни иметь такую удачу». Итак, в Раджа-гопи они по-настоящему могут наслаждаться этой расой. Все веды, они молятся, совершают аскезы. И тогда Господь спрашивает: «Чего вы хотите?» Веды сами сказали: «Мы хотим стать гопи». Что значит гопи? Гопи значит чувство, пи значит пить. Те, кто наслаждается Кришна Бхакти Расой, они пьют эту Бхакти Расу бесконечно, непрерывно. Гурудев привел очень много хороших примеров. Однажды я но вышедшая новая замуж девушка, типа Враджа, необычная девушка, в прошлой жизни миллионы жизней совершали аскезы. Шивачари, Муничари, Риши, Дадикарани, они стали гопи у Враджи. गैया चराने के लिए जाते हैं, जब जाते हैं कृष्णा बड़ी मीठी 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 बंसुरी बजाते हैं. Когда Кришна, он отправляется пасти коров, он очень сладостно играет на флейте. Все гопи, Раджа-васини, все привлекаются. Итак, девушка, которая вышла замуж недавно, она также хотела получить даршан Кришны. Мать мужа, она говорила: «Нет, это Кришна черная змея, она укусит тебя». Она говорит: ты же сама пойдешь слушать. Ну и что, пусть только меня укусит, тебя не укусит. Поэтому она не пускала эту новенькую девушку на встречу с Кришной. И та стояла, смотрела в окно. Но Кришна Дарьяме, он знает, что творится в сердцах, в умах всех живых существ. Это препятствие он создал для того, чтобы увеличить любовь в сердце этой преданной. И затем, что он сделал? Он накрутил хвост теленку, и тот побежал к этой гопе. Кришна побежал за ним.
И Кришна просто своей флейтой коснулся щек этой Раджа-гопи, улыбнулся и убежал. Его улыбка как черная магия. Его взгляд — это как стрелы Купидона. Пронизывают стрелы все тело. Его улыбка зачаровывает полностью. Его касание также. Поэтому это молодая девушка, она полностью была сбита с толку, полностью потеряла ощущение внешнего мира. Она думала, она застыла и стояла. И тогда свекровь сказала, где моя невеста? Смотрит, та стоит копанная. Вот, я же говорил тебе, этот яд черной змеи, он поразит тебя, если ты соприкоснешься с ним. Тогда свекровь подумала, хорошо, я надо ее занять делом. Она говорит, успей йогурт, но вместо йогурта стала взбивать горчичные зерна, потому что ее ум был с Кришной, и она не осознала, что происходит вокруг. Тогда свекровь думает, ну ладно, пускай иди сходи за водой. Дает ей три-четыре этих горшка маленького ребенка, и она пошла за водой. Но та, вместо того, чтобы привязать горшок к веревке и опустить колодец, она стала привязывать ребенка за шею. Другие копии видели это и быстренько остановили ее. Что ты делаешь? В тебе, наверное, привидение. Но кто-то сказал, нет, это не привидение в нее вселилось, а во всем виноват Кришна, сын мамы Ишоды, Нандалал. Поэтому вы тоже, это черное привидение тоже вселилось в вас, Господь Кришна. Иначе вы не оставили свои дома и не приехали сюда слушать Катху. Поэтому у вас на вас также подействовал яд этой черной змеи Кришны. Итак, Раджа-гопи подсаждаются перед нас самым лучшим образом. Поэтому Удав молится о пыли со стоп Раджа-гопи. Какие благословения нам даешь ему Бхагаватам? Бхакти, которую совершает Раджа-гопи, оно высшее. В этом Сиддханте Чайтанья Махапрабху. И мы только эту точку зрения уважаем. Yeah.